Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Наталія Опара. Сьогодні продовжуємо серію інтерв'ю, присвячених вступній кампанії, та запросили до нашої студії відповідального секретаря приймальної комісії Національного університету «Одеська юридична академія», кандидата юридичних наук, заслуженого юриста України Валентина Андрійовича Федорова. Вітаю вас! Добрий день! 27 лютого об 11 годині Національний університет «Одеська юридична академія» запрошує усіх абітурієнтів на День відкритих дверей. Анонсувалося, що він пройде у абсолютно новому форматі. Як епідситуація в цілому позначилася на організації даного заходу? Да, естественно, що ми приймаємо всі міри безпеки, тому що ми розуміємо, що, к сожалению, второй год продолжается такая ситуация. И мы назвали наш день открытых дверей гибридным. В чем будет заключаться его гибридность? В том, что, безусловно, будут люди, абитуриенты, которые приедут со всех уголков Украины. Но, во-первых, у нас ограниченное количество людей. Мы, естественно, специально предусматриваем то, чтобы была соответствующая так называемая социальная дистанция между людьми, маски, все остальное. И параллельно мы будем вести День открытых дверей в режиме онлайн. Это на всех наших социальных сетях, Instagram, Facebook, YouTube. И таким образом мы можем вовлечь наибольшее количество абитуриентов, которые, кто-то в силу обстоятельств не может приехать, кто-то в силу того, что не хочет приезжать. Но тем не менее мы сделаем максимальную доступность и сделаем так, чтобы информация о нашем учебном заведении была воспринято всеми абитуриентами в каждом уголке Украины. Кто сможет, мы, конечно, приглашаем, приезжайте. Кто не сможет, пожалуйста, присоединяйтесь 27 февраля в 11:00 на всех социальных сетях Национального университета Одесской юридической академии. Чи потрібна попередня реєстрація, аби долучитися до прямого ефіру? Да, естественно, у нас на сайте и, опять же, на наших всех социальных сетях есть анонс, где определены площадки, на которые надо подключиться, есть соответствующие ключи доступа, и любой человек, который захочет это сделать, сможет уже сейчас ознакомиться, и когда будет непосредственно день открытых дверей, в 11 часов присоединиться, задать любой интересующий вопрос. Мы постараемся, если в онлайн-режиме не сможем охватить все ответы, то, как мы делали в прошлом году, когда был только режим онлайн, мы потом собираем основную подборку вопросов и даем на них ответ уже более развернуто и на сайте, и на социальных сетях нашего университета. Что ожидает абитуриентов у программы Дня открытых дверей? У нас всегда мы очень ответственно подходим к проведению Дня открытых дверей. Почему? Потому что когда человек приходит в стены университета, во-первых, он должен максимально ознакомиться с инфраструктурной базой, увидеть все те фишки, скажем так, нашего университета, которые недоступны в других вузах. Это и боевой, и пневматически специализированные тиры, и детектор лжи. Это, причем у нас детектор лжи, он уникальный, у нас их два уже на сегодняшний момент. У нас есть соответствующие специалисты, которые проходили сертификацию, обучение в Чикаго. И самое главное, у нас есть один из новейших детекторов лжи, который сегодня задействован во всех объектах, скажем так, в США, в Пентагоне. И у нас есть такой объект, сам автор этого, сам владелец компании, которая производит эти детекторы лжи, он подарил его нашему университету, когда был в стенах нашего вуза. И президент университета Сергей Алексеевич Кивалов договорился о том, что мы получили этот детектор лжи, и сегодня наши студенты имеют уникальный шанс, возможность не просто учиться на нем, но и пользоваться им. И правоохранительные органы, и различные банки очень часто обращаются к нам, и мы оказываем им и практическую помощь в том числе. Помимо этого, естественно, мы ознакомим наших студентов и с нашими читальными залами и библиотеками, и с музеями редкой книги, и с различным количеством и лабораторий, и IT-лабораторий, и центров кибербезопасности, и много-много другого. Та проблема, которая может возникнуть в силу того, что у нас ограниченное количество людей, и те дети, которые не смогут воочию это увидеть, у нас уже на сайте, уже давно мы с компанией Google заключили договор, и мы один из передовых вузов, наверное, может быть, один из единственных, кто сегодня имеет 3D-тур. Вы можете зайти на наш сайт и прямо в режиме онлайн ознакомиться с каждой локацией нашего университета. Як університет працював в умовах затяжного карантину? Чи скористалися цією нагодою, аби, наприклад, модернізувати матеріально-технічну базу Одеської юридичної академії? Ми оказались, як завжди, одним із передових вузів, і ми були готові
когда все вузы только начали переходить в режим онлайн. У нас, в принципе, эта система была уже отработана, потому что у нас и дистанционное обучение есть, и факультет, и соответствующие площадки. У нас есть центр кибербезопасности и информационных технологий, у нас есть IT-центр, IT-лаборатория, у нас есть целый факультет кибербезопасности и информационных технологий, где есть соответствующие специалисты, причем это и преподаватели, и уже студенты. И, конечно, это все было возможно, стало возможным. Мы без каких-либо проблем пришли к онлайн-режиму обучения. И, безусловно, на протяжении всего этого времени у нас, ну, получилось модернизировать и спортивную базу. Мы прошла реконструкция нескольких стадионов. Это и утепление корпусов, и улучшение материально-технической базы общежитий. То есть было сделано очень много для того, чтобы, когда сегодня студенты уже пришли в стены родного университета, вернулись в нормальный режим обучения, они, ну, наверное, увидели то, что вуз заботится о них, и то, что каждый день он старается быть лучше, лучше и лучше. Ви зазначили, що на базі університету діє IT-центр, центр кібербезпеки та інформаційних технологій, є цілий факультет. Про які розробки у сфері IT авторства студентів та викладачів Одеської юридичної академії сьогодні можна говорити? Ну, у нас є лабораторія робототехніки, где сегодня студенты с компанией Kipsolid разрабатывают уже, знаете, такие серьезные, ну, проекты. У нас есть и 3D-принтер, у нас есть отдельная аудитория Apple, где также наши студенты могут разрабатывать уже не только какие-то, ну, знаете, технические моменты, это уже и соответствующие программы. У нас есть огромное количество своих проектов. Это и чат-боты, это и телеграм-боты, это и соответствующее расписание, это и различные онлайн-курсы, которые происходят в том числе на базе нашего факультета. И сегодня совместно с департаментом полиции, кибербезопасности разработан авторский проект, абсолютно уникальный, к которому присоединяется огромное количество людей, получают соответствующие сертификаты по кибербезопасности. Это очень важно. Более того, вы знаете, что показал сегодня сегодняшняя пандемия, то, что все-таки профессия IT-специалиста, она наиболее актуальна. И благодаря тому, что у нас эта специальность уже существует несколько лет, у нас уже есть свои соответствующие специалисты. А самое главное, что эта работа, она очень высокооплачиваемая, и заключено огромное количество договоров и с департаментом киберполиции, и с департаментом Министерства инфраструктуры, которые уже приглашают наших специалистов, и большое количество наших студентов, даже еще не выпускников, уже обеспечены рабочими местами. Університет постійно відкриває нові спеціальності. Наразі за якими напрямками здійснюється підготовка, якщо усі перерахувати? Ну, понятно, что основной профиль наш, и мы всегда славились этим, и мы занимаем поэтому первые места, как один из передовых вузов Украины, это юридическая специальность, это право. У нас есть и, конечно, филология, у нас есть сегодня журналистика, у нас есть сегодня пиар, у нас есть политология, социология и психология, у нас есть кибербезопасность и компьютерная инженерия. То есть огромное количество специальностей, и я думаю, что любой человек, который, это есть и международное право, и менеджмент, и правоохранительная деятельность. То есть сегодня спектр оказываемых услуг в образовании, у нас он, ну, наиболее обширный, и любой абитуриент, который захочет поступить в стены нашего университета, безусловно, найдет специализацию для себя, вот, а потом и работу себе по душе, ну, которая, конечно, будет в том числе высокооплачиваемой. Наступне питання дуже пов'язане. Керівництво університету Одеська юридична академія постійно наголошує, що наш пріоритет – це працевлаштування абсолютно усіх студентів та випускників. Як сьогодні забезпечувати цей дуже важкий процес? Ну, вы знаете, прописан закон об образовании так, что сегодня вуз, по сути, не несет ответственности или, скажем так, обязанностей трудоустраивать своих выпускников. Но мы потому и передовой вуз, что на протяжении всех этих 20, более чем 20 лет президент университета Сергей Васильевич Кивалов, он настаивает на том, что наши выпускники должны быть 100% трудоустроены.
Для этого делается огромная работа. Это не такая простая работа. Почему? Потому что во многих сферах рынок перенасыщен, но именно государственные структуры, это и полиция, это и СБУ, это и Министерство юстиции, это и сегодня, да, такие, ну, уже серьезные организации, как ДБР, НАБУ и многие-многие другие заключают договора с нашим вузом для того, чтобы наши студенты, сегодня студенты, завтра выпускники, были трудоустроены. У нас проводится огромное количество так называемых ярмарок вакансий, когда у нас есть факультет, например, адвокатуры, и крупнейшие адвокатские объединения приезжают к нам и сами проводят отбор студентов, проводят собеседование, и наши студенты еще... обучаясь в вузе, я уже говорил, могут быть трудоустроены. Это и нотариальные конторы, и много-много другое. Когда идет непосредственный диалог будущего работодателя с потенциальным работником, это очень хорошо и правильно, и это приносит, конечно, свои плоды. И на сегодняшний момент, согласно статистике, 99,9% студентов нашего университета трудоустроены. Як змінилися правила прийому цього року і як відповідальний секретар приймальної комісії, чи вважаєте ви, що стали вони дещо складнішими, ніж були раніше? І як саме Національний університет Одеська юридична академія допомагає абітурієнтам розібратися з цими непростими умовами? Знаєте, таке відчуття, що государство кожен рік придумує якісь нові правила і нові умови для того, щоб ускладнити життя українським студентам. К сожалению, большое количество зарубежных вузов, они, наоборот, упрощают эти правила, а у нас они каждый день ужесточаются. Ну, во-первых, у нас на сайте есть сейчас все новые правила приема. А самое главное, для того, чтобы не запутаться во всех этих хитросплетениях, у нас действует консультационный центр онлайн 24/7. Вы можете звонить, вы можете обращаться во все социальные сети нашего вуза, задавать любой интересующий вас вопрос, и наши специалисты окажут соответствующую помощь. Более того, в момент вступительной кампании вы точно так же можете обращаться, мы сделаем за вас практически всю, ну скажем так, черновую работу по оформлению документов. Почему? Потому что это очень сегодня сложно. Ну, реально можно запутаться, оформляя там себя в электронном кабинете, подавая соответствующие документы. Но мы на той передовой вуз, что мы делаем все для того, чтобы потенциальный абитуриент стал завтра нашим студентом. И для этого все условия предусмотрены. Пожалуйста, обращайтесь в консультационный центр онлайн, обращайтесь в приемную комиссию, и вы, уже обратившись в наш вуз, вы уже в него поступите. Валентин Андрійович, після довгого такого карантину студенти з понеділка нарешті повернулися до повноцінного навчального процесу. Як Одеська юридична академія готувалася до зустрічі зі студентами? Ну, во-первых, это действительно огромное событие, когда работа у нас происходит всегда, то есть несмотря на карантин, понятно, что основной состав университета работает, это и преподаватели совершенствуются в науке, готовят соответствующие учебные программы, это и администрация вуза работает, и когда стены пустуют, ну, оно несколько, конечно, сложнее. Сегодня, слава богу, опять жизнь закипела, скажем так, вуз наполнился кровью, да, а главная кровь — это наши студенты. Я уже сказал, во-первых, в любом случае это дало возможность где-то сделать реконструкцию того, чего не было сделано, где-то усилить материально-техническую базу, где-то улучшить учебные программы. И сегодня студенты, ну, я уверен, что чувствуют себя максимально комфортно, несмотря на то, что, например, даже сегодня холод, они живут в теплых общежитиях, где есть горячая вода, благодаря тому, что уже много лет в нашей академии действует такая программа, как «Зеленый университет». Да, и все знают о ней. Почему? Потому что мы стали примером и для Европы. Большое количество учебных заведений европейских начало перенимать эту практику. Даже в Одессе сегодня детские сады, школы тоже переходят на эту программу. Это соответствующие солнечные коллектора, которые установлены у нас на общежитиях и дают возможность студентам проживать в комфортных условиях. Это, безусловно, и большое количество студенческих кафе. Ну, это не просто кафе, как мы себе представляем. Это полноценные рестораны, где готовится высококачественная еда, и где могут, ну, питаются, во-первых, не только студенты, но и руководство вуза, и преподаватели. То есть качество еды, оно соответствует всем нормам и стандартам, и студент может не только получить самые первоклассные знания, но и жить в комфортных условиях, питаться правильным, здоровым питанием. А это все немаловажно, это все влияет на учебный процесс в том числе. Почему? Потому что у нас 90% студентов — это иногородние, они приезжают из различных уголков Украины, и родители, безусловно, переживают, в каких условиях будет жить ребенок. Понятно, что приоритет — это профессорско-преподавательский состав, а он у нас лучший в Украине.
Безусловно, это учебные программы, они у нас самые передовые в Украине, но в том числе это и условия питания, проживания и обучения. Они у нас тоже самые лучшие в Украине. Валентин Андрійович, я дякую за таку насичену бесіду, велику кількість корисної інформації. Я нагадаю, що 27 лютого об 11 годині у Національному університеті Одеська юридична академія відбудеться День відкритих дверей за адресою вулиця Академічна, 2. Якщо ви не зможете відвідати університет, ви зможете долучитися до прямих трансляцій на всіх соціальних мережах у Ютубі Національного університету Одеська юридична академія. Сьогодні в нашій студії був кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету Одеська юридична академія Валентин Федоров. Дякуємо вам. Вам спасибо. На все добре. Залишайтеся з репортером.